Вчера я продал машину, очень крутая тачка, которая подарила не только мне, но и другим людям кучу эмоций. Спасибо большое, Костя, за такой подарок. Жалко было с ней расставаться, но нужно двигаться дальше. Жалко было с ней прощаться. Да что он пи***ет нахуй, как я хуй знаю что. Нихуя же, блядь. У нас.